Просто офигенно, посмотрите, какая она милая. Бози, ну это... Всем здорова, с вами Великий Канал. О боже, боже, боже. Новые магические пасофина. Просто офигенные кристаллические. Боже, пойдемте их уже купим. Я очень долго ждала этих пасофина, именно магических. Когда их только нам показали, я просто такая, вау, я обязательно возьму именно вот этого. Но, хотя у нас есть еще выбор, вот... Они оба прекрасны, люди. Я не знаю, какого выбрать. О, боже, может, два взять. Ну, нет, два точно нет. Блин, а розовый-то лучше. Но у розового вот такой, блин, нормальный гнедой облик. Чё, а если взять, допустим, синего, ну-ка? Подожди, мне розовый больше... Мне реально розовый больше нравится. У этого, конечно, масть... Ну, такая красивая, да, ну, обычная, чем вот у этого. Хотя у этой поинтереснее мазь, она такая яркая, такая красивая, такая белая грива. Короче, люди, сейчас дайте мне подумать. Мне вообще синий не нравится. На видео мне больше синий понравился. Но именно вот здесь мне больше нравится розовый. Потому что, ну вы посмотрите, какой он кальдер и эфира. Ну, эфира, она как бы, на ней камушков то ли мало. Она какая-то тусклая, какая-то серая такая, знаете, лошадка. Нежели вот розовая, посмотрите, у нее вот эта масть обычная, она очень яркая у нее, обратите внимание. И какая-то она необычная, вот эти полосы красивые, мне прям сильно нравится у нее второй облик. И магический облик очень сильно нравится, мне вот эти полосы на ней очень прям сильно нравятся. Чисто только из-за этого ее куплю. Мы еще сейчас посмотрим кошек, там такие обалденские кошки. Все, берем, короче, кальдера, потому что кальдер, ну, не, ребят, хоть убейте, но он красивый. Я знаю то, что Феликс вроде как должен взять синего, поэтому я возьму розового. Все, покупаем кальдера, значит, это кальдер, но он взрослый, получается, ну, давайте это будет Мерин, например. Это кальдер мальчик, значит, должен быть, сейчас придумаем имя. У меня, наверное, совсем уже воображение нет. Ну, давайте это будет спортивный алмаз. Все, покупаю. Блин, я розового, все, все. Феликс взял, скорее всего, синего, я возьму розового. Потому что я не могу, ребят. Я вот как вот, понимаете, я всегда на видео говорю, что... Скорее всего, я куплю синего, по факту я покупаю совсем другое, что... Что мне по факту, типа, не нравилось. Но теперь он... Вау, какой ты... У него даже глаза розовые. Я просто обожаю розовый цвет. Я теку по розовому цвету. Отправляем его в конюшню. Посмотрите, какие кошки. Ёперный ты театр. Подожди, с этой стороны должна кошка появиться. Ё-моё, чё, розовую или синюю? Блин, ну у меня розовая лошадь. Давайте розовую возьмем кошку. Не, она тоже красивая. На самом деле, обе кошки офиген. Давайте розовую кошку возьмем. Они такие милашки, у них такая расцветка красивая, это очень красивые кошки, даже просто так возьмите эту кошку, хотя бы синюю, она офигенная, мы розовую возьмем кошечку, конечно же, ребятки, розовую возьмем кошечку, 350 старкоинцев я куплю, покупаем, все, 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 и идем создавать образ. О боже, посмотрите на эту красоту, это просто красота, это, какой он красивый, люди, вот... Вот все магические лошади, которые были до пасофина, это было полное фуфло. Вот это реально красивая лошадь. Вот это просто мега-магик. Он потрясающий. Особенно его, не знаю, мне второй облик очень сильно нравится. Как его зовут еще раз? Кальдер. Кальдер. Мне нравится очень сильно у кальдера вторая мазь, то есть, ну, обычный облик. А у эфира мне не очень нравится. Какая-то серая обычная лошадь. И вот магический облик, посмотрите какой. О, мне кажется, на розовой лошади больше, конечно, камешков будет, чем на синей. Ну, серьезно, смотрите, какой и грива. У нее должна блестеть грива в ночи, насколько я знаю. Давайте выключим. Да! Да-да-да-да-да, он светится в ночи, это просто мега, люди, даже камни светятся. Охренеть, 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 какой он красивый. Ё-моё, вот это я понимаю, лошадь, люди. Я правда не знаю, честно, как комментировать, вы сами все своими, девчонки, глазами видите, насколько это прекрасная лошадь. Особенно в виде пасофина. У пасофина, кстати, две особых анимации. Если вы еще не купили пасофина,
Магический облик, это ваш выбор. Вот две анимации, пожалуйста, у Пасафина. Ну, это обычный Пасафина, да, ломаный хвост. Ну, знаете, вот этого Пасафина грех не купить. Есть еще у Пасафина один магический облик, это единорог. Короче, у Пасафина самые офигенные, крутые магические облики. Кстати, давайте посмотрим на кошку. Давайте я день сделаю, откроем кошку. Блин, кошка просто офигенная. Смотрите, какая она милая. Бози, ну это... кошка вообще просто, я не могу, люди, я все нахрен. Это максимально охрененная кошка просто. Я впервые покупаю, без, ну, когда у нас донаты отключили, да, у нас все дорого, кошек каких-то долбанных. Но эта кошка реально стоит этих денег, ну серьезно. Ну вы посмотрите, какая она. Бози, какой ты милый. Какой ты няшный, я не могу, это, боже, ну это что, ну люди, ну это прекрасно, ну это вообще просто, это, ну-ка побежали за мной, где ты у меня, ты меня пропала, подожди, мяу, давай, иди сюда, ой, боже мой, офигенно, люди, у меня теперь целый комплект, целый набор потрясающих, офигенных, магических животных, просто я счастлив. К сожалению, ребята, это все обновление, которое у нас сегодня, в принципе-то, и имеется, то есть не добавили никакой новой одежды, ничего больше не добавили, никаких гонок, никаких больше обновлений. Ну, спойлеры я вам уже на стримах показывала. Кстати, будет сегодня стримчик 18:00 по московскому времени. Буду обязательно всех ждать. Это все, всем спасибо за просмотр. С вами Лиги канал. Ты просто обязан купить эту лошадь вместе с этим котом. Кстати, напишите в комментариях, кто уже купил этого прекрасного Пасафина. Всем пока-пока. Буду ждать.